Я разрываюсь каждый раз, когда я вижу тебя перед собой, моя прекрасная Эмили. Но теперь я знаю, кем я должен стать, чтобы тебя вернуть. Ты не говорила мне, что силы способны на это. Но, хозяин, это все твоя ненависть. Если чтобы вернуть ее, нужен хаос, так тому и быть. Не так нужно использовать эти силы. Я думаю, что это уже мое решение. Не учи меня, что мне делать. Эти двое тоже скоро будут моими. С их помощью я верну ее к жизни. Но это невозможно. Я буду грабить и буду брать. Буду нагибать и буду ломать все, что нужно сломать, чтобы вернуть ее. Я опущусь на самое дно. Не побрезгую никакой подлостью. Я пойду на все, пойду по головам. Ну а дальше, будь что будет. Но, хозяин, так нельзя. Молчать. Сегодня правит хаос. Все начинается сегодня. Волшебная сила заключается не в этом. Волшебная сила! Довольно. Я знаю, что нужно сделать. Самая глубокая тьма. Самая ужасная боль. Я пойду тяжелой дорогой к славе. Я буду управлять самыми темными желаниями, самыми гнусными отбросами. А если станут они бесполезны, отброшу в сторону без тени сомнений. Со мной это не работает. Ну и что? В целом все работает. И будут звать меня Мотылек. Газета «Пари», специальный выпуск.